Если мужчина сказал, что починит, значит починит. И не надо ему напоминать об этом каждый месяц. То-то ты плохо выглядишь. Жена простудилась, заболела и всю ночь кашляла. Так пусть сходит к врачу. А что теперь-то ходить? Я сегодня уезжаю в командировку на месяц. Каждый раз, когда мне говорят, что мне уже 50 и пора взрослеть, я беру свой самокат и уезжаю прочь от этих скучных людей. Чем закончилась ваша ссора с женой? Приползла ко мне на коленях. И что сказала? Вылезая из-под кровати, я успокоилась. Самое главное на Новый год – это не елка и даже не мандарины. А главное – не указаться 1 января на Ютубе. Вот видишь, какая ты. Себе взяла большой кусок, а мне оставила маленький. Ну а ты как бы сделал? Я бы, конечно, взял себе маленький. Ну а что тогда орешь? Я такой тебе и отдал, а? Муж аккуратно выкладывает из домашнего бара спиртные напитки и вкладывает в спортивный чемодан. Жена его спрашивает: «Петруха, мы же только на два дня едем на дачу. Куда нам столько?» Муж говорит: «Это не мы едем на два дня, это наш сын остается на два дня дома». «Мардена, ты не против, если я завтра с соседом на рыбалку пойду?» «Это с каким?» «С Петрухой». «Только не с ним». «Почему?» «Тогда мне дома вообще одной скучно будет». Проснулся утром по звуку будильника в 6 часов утра. Спать очень хотелось. Где-то я слышал, что если сильно зажмурить на 20 секунд глаза, спать хочется гораздо меньше. Зажмурил, вот пожмурил, смотрю, время 10 часов 18 минут. И действительно, спать хочется меньше. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте.